Виктор из Магад С. Гварда. Спасибо большое за донат. Давай-ка на запись посмотрим, что же ты там такое зареквестировал. Аж на что 100 рублей, 125 даже вышло за минуту. Что же там такое? Музло какое-то знакомое очень. Блядь! Понял. Короче, как я вижу хейтеров Фреда. Которые грозятся мне ебало разбить. Вот именно так они, кстати, грозятся это сделать. Именно с такими злобными лицами. Понятно. Да, а это они бомбят, когда я им говорю, дурачок, ебало-то свое хотя бы перестань сперва прятать. Или имя настоящее. И вот... Не знаю, блядь, куда побежал, в дурку, наверное. Спасибо. Не, на самом деле прикольный чувак, забавную шутку сделал, клево. Ты видела когда-нибудь анаконду? Дикую, огромную анаконду. Сука, я потерял... К слову про петухов, я потерял свой гребень. И мне, блядь, расчесаться нечем. Так что как-то пускай оно само... Слава шляпе, можно, блядь, без... мне похуй вообще. Все, что угодно может быть на голове, надел шляпу. И нормально.